Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на нашей новой серии, нашей новой базе. Драмик? Да, привет. Вот. Сейчас я буду... А, у нас еще есть Харалук. Он тоже как бы вас всех приветствует. Как просто... бы да. Да, он как бы... И в этой серии я буду сейчас заниматься строительством карьера. То есть попытаюсь это сделать штуку, потому что... Может, слушать на карьер наложено какое-то проклятие. Потому что в тот раз, когда начинал делать этот карьер, там, никель добывал, да, что в этот момент произошел? Этот казус, как называется? Как это вообще называется? Аномалия? Казус у меня... Грозно, я предлагаю забанить Гекса. Голосуем, чтобы снова свет не вырубило. Не баньте меня. Чтобы снова свет не вырубился. Так, что нам нужно для того, чтобы сделать этот... Кстати, я, по-моему... Да, опять Reset Mode мне включил. Сейчас мы включим Reset Mode. Читер, что ли, Cheat Mode включается? Да, я в креативке сейчас был, и там... Я тебе что про черепах обещал рассказать. Ты видел мне золотистые черепахи, называется Advanced? Да. Управление мышкой и цветной цветом. И все, что ли? Они что, не круче, чем те? Так, подожди. Я думал, они круче. Я общем... не слышал про то, что они круче. Каким образом круче? У них же название Advanced. Подожди, как же карьер? Он, наверное, на русском карьер пишется. Как бы для выполнения как? Программ хватает обычных черепах. Вот он, карьер. А, мы же на буре остановились, мы не смогли сделать бур. Печально, шахтерский бур. Так, мы должны... Мы же потом сделали. А, тебе просто уже не нужна, не нужен был карьер. Казус потом, так, алмазная, железная. А что... Подожди, зачем нам это? Так, шахтерский бур, вот он, ладно. Шахтерский бур делается из stainless steel plate. Вот я, мы же заклинили на этом. То есть ты заклинил? Нет, ты мне начал вводить заблуждение, что это просто какая-то сталь и железная. Так, подожди, сейчас снова тебя начнут клинить. Ты уже все это выяснил, давай делай. Просто стальные пластины, ничего особенного. Еще один. Нет, они не стальные, и не ржавеющая сталь. Это stainless steel, короче. Ну. А, это сплав вольфрама со сталью. Вот это уже я не знаю. Ну, по крайней мере, в прошлой версии. Там... Сейчас по-другому все. Откуда это затемнение? Ты берешь, не могу побороть эту штуку. Да, он делается из stainless steel dust, из какого-то порошка. Порошок делается, да, из железа, никеля, магна... Я не могу это прочитать. Сложно. Манганеза, блин. Манганез. Магнезита? Манганез. Это не манганез. Майонез, короче, давай. Из майонеза. Из майонеза хрома. Никеля. Ну, никель мы разобрались. Из железа, короче, делается. Хром. Подожди, у нас же там должна была быть эта штука остаться. Вот она, цинк. Единственная штучка цинковая, с которой мы сможем сделать хром. Почему все затемняется? Вообще в прошлый раз не затемнялось, просто как же так. Хороший же про это затемнение. Так, цинк, цинк, он используется для. Вот, нам нужен этот брас даст, и нам нужен купер даст. Купер даст сейчас нужно сделать. Для чего нам все это надо? Чтобы сделать. Чтобы сделать этот stainless steel порошок. Да, он делается из порошок. Ох ты, Industrial Blast Furnace. Не жалею, сейчас так называется просто. То есть этот порошок, из этого порошка делается слиток только в какой-то индустриальной штучке. Индустриальной печи, то есть делается это все. Тогда уже эта штучка делается в другой штучке. В общем, ладно, я решил сделать этот манганез зачем-то, майонез. Сейчас пойму почему. Да, делаю за свой майонез. Сейчас да, я хотел хром сделать. Хром делается из... Из... Опять из...
Нет, нет, хром делать из другой штучки, сейчас скажу. Лес пауков уничтожать? Конечно. Полезные твари, да? Да. Хром, да. Значит, хром. У нас есть лес под скелетом. К слову, надо допилить его, Гекс. А то что-то мы как-то... ферму. Сделали ферму? Ну, почти. Там допилить немножко. Мы как бы много чего делали вообще. Подожди, а у нас скелетный этот спаунер не откатился случаем? Даже если откатился, в любом случае. Я его столько, даже столько строил там. Чего ты там строил? У меня все вообще-то задокументировано, как я его строил. Есть даже серия, называется... Как ты... Вот именно, что раз у тебя задокументировано, посмотри, как ты там строил. Огораживание называется этого спаунера. Угу. По крайней мере, коридор туда какой-то видит. Рабский труд называется серия. Как я огородил огород. Коридор туда как бы ведет, пока что я смотрю тут. Если туда коридор ведет, значит там загорожено. Да, смотри-ка, все загорожено. Так интересно. Ой, я упал. Тут даже проход есть снизу. Сверху есть проход. И вообще. Все, возвращаясь назад, возвращаясь к строительству карьера. Сейчас мы быстренько запилим карьер. Слушай, я что-то заблудился или что? Я не могу найти выход теперь отсюда. Или что? Или где? Я заблудился или что? По-моему... А, вот факела кто-то поставил. И эти факела ведут... В общем, я заблудился тут, я не могу выйти отсюда нормально. Все. Опять карьер накрылся драме, ты чувствуешь? Какую серию уже? Я как бы занимаюсь всякими приземленными вещами. Я все понял, короче, по правую руку был карьер, когда я сюда спускался. Вот отсюда, значит, надо мне. Мы занимаемся приземленными вещами, такими как... Все, наконец-то прокаточный этот выход. Машинка прокатывается. Кстати, я же хотел, я же в тот раз еще проволочную машинку делал. Этот, проволоки наматывает, который. Нет, ну карьер важнее, конечно, особенно на острове. Просто жизненно необходимо. Да, скопать этот остров. Не обращает внимания, кстати. Может, я буду воду копать? Он выкапывает воду. Не выкапываешь, что ли? Что, серьезно не выкапывают воду? А черепашка выкапывает воду. Тогда, может, я осушу сначала вокруг? Нет, это не обязательно, по-моему. Он просто внимания не обращает на жидкость. И что, он... А эти достает руды-то? Не знаю. Ну, вот я замес, когда он копает, замес, пацаны. Ему все равно, там есть вода или замес. Нет. Замес! Что-то за да тут драка. Меня Гекс не позвал, я сам выбежал. Ну, а мне-то без разницы, он... Скучновато стало. Ну, единственное, эти зомби мелкие бегают, самые страшные существа на свете, по-моему. Ну, я предлагал сюда диван РПГ поставить, но я встретил ожесточённое сопротивление. Гекс, понимаешь, ты... Диван... Тебе халявная броня, блин. Диван — это еще жестче, чем у нас то, что было. Я не знаю. Это жестче, чем то, что у нас стояло. Как я не блин, помню. Как... Крипер сломал этот ландшафтный дизайн, который я в прошлой серии делал. Если тут криперы тебя пугают, ты вспомни заколдованных криперов, эти, да? Колдованских каких-то. Ну вот они еще более-менее нормальные были, но они какие-то кривые все были. Да, а если дивайн поставишь, они будут мало того, что кривые, страшненькие, они еще там... Каждый хрен знает, поскольку хп будет, да? Кому это надо? Не, Divine RPG я бы поставил с удовольствием сюда, но видишь, дракончик против. Я против. Я не собираюсь. Прошу прощения, ссаться на каждом углу. Да ладно, там только первую неделю ссышься, а потом все. А потом ты босс. Можешь уже и сраться. Ты всех ловнишь уже. Все равно подземелье мы не ходим, у нас там черепашки работают. Так что ничего страшного. Там основные там? Мобы-то в подземелье. Поначалу только, блин, ныкай все. На самый геморрой накопать там.
основную руду какую-то, блин, чтобы автоматы всякие. Он черепах наделал своих и все. Что ты потом делаешь, блин? Где ты там этих мобов видишь, блин? Да нигде, сидишь на базе у себя под факелами, освещенный полностью. Тик со стрела в ухе в пятке торчит. А нет, уже исчезает. Стрела, это зубочистка. Ему чищу. Полезно. Я стрелой уши чищу. Как? А у тебя, кстати, во лбу торчит стрела. В плече, в пятке. Она у тебя натурально в ухе торчит. Башка проветрена, она перемещается как положено. Да, там две стрелы в ухе, я смотрю. Так, у меня? У меня точно в обвешнике аккуратно. Тебе в подбородок еще один заехал. Ну, это не считается. Может, не задержится. Там взвод лучников встретили. Нормально. Да тут еще и взвод. А, вы там же этот... Рез покучиваете, ходите, блядь. Нет, не рез, это просто около базы. А что вы так делаете? Блядь? А у нас не освещено. А что столько песка тут? У нас база не освещена. О, слизень, к нам в хату слизень близко к вам. Соскучился, бедняжка. Что-то они там вообще у вас озверели. А у нас мы не осветили вокруг базы. Потому... Резы сами прыгают, да? Да. Слушай, а может печку поставить тут ближе к слизням? Пусть сразу в латекс превращается. Ага, лава у них есть, вот они превращаются. Так, нет, сюда поставить черепаху с мечом, который будет убивать слизни. А рядом трубу, которая будет сосасывать этот... Эти... В печку, да, эти штучки, шарики эти, липкие. Ну неэффективно же будет. Почему? Продать даже не надо. А что я спросил? Есть вариант автоматического убийства слизней, но это громоздко все строит. Нам не так критично сейчас слезет. Я все-таки проволочную машину хочу добить, допилить хочу построить. Не, ты карьер хотел, давай карьер все. Вот именно, да. Ты серию уже начал целую. По постройке так, карьера. Ну это будет одним маленьким шагом для всего человечества, чтобы построить карьер. Хотя вообще. Я не понял, он сейчас про что сейчас начал говорить. Нет, вообще да, вообще правильно. Про человечество что-то такое загнул. Да, это насмотрелся всяких фильмов, наверное. Да, я всяких фильмов насмотрелся. Типа Прометей. Пацаны, я Прометей посмотрел. К большому сожалению. Сожалению. Да. Ты смысле, испугался сильно, отложил там кирпичи? Нет, я кирпичи не отложил, просто. Просто отложил. Дайте-ка я. У нас же там вроде есть этот рудодробилка. Вот она. Как. А, вспомню слово. Как мне теперь это развидеть? Развидеть? Да. Странно, почему железо не дробилось, а стояла железная руда? Я поставил этот медную, и она начала дробить. Ой. Все, не трогай. Это не для игры. А, ну сундук. Для детей, короче, не это самое, не солит. Подожди, а в тот раз-то такой проблемы не было? Какой проблемы не было? Да. Смотри, он в какую-то измельченную фигню превращает это все. В тот раз же кучки были. Так. Это тоже кучки, только они по-другому выглядят. Нет, а мне нужна кучка, чтобы сделать этот манган. Возьми кучку, возьми, понимаешь? Манган. Где она? Медная кучка нужна мне, 4 штучки. Кеша? А, это измельченная руда, да? Сейчас, подожди-ка, измельченная руда, медь, сейчас попробуем прикольнемся, он кучку дробить, нет, измельченную. Сейчас, сек. А что он ее сейчас задробит нам? Ну, я не думал, что измельченную руду еще можно наробить. Сейчас попробуем, может, пыль сделает. Дробить нельзя. Мне кажется, на самом деле, с пыли он сделает. Обломись. Что он сделал? А ничего не делал, не дробит. Измельченную руду он не дробит. Козел такой. Там, подожди, в прошлый раз же были кучки, а как я их делал-то? В печке что ли делал? А нет, там слитки сразу в печке делаются. А как? Я что-то забыл уже. Так. В общем, как-то так. Коксится, кокс. Смотри, ней же есть. Зачем она тебе нужна? Ней, точно. Прав. Я вас покину на пару минут. Давай, покидай. Вот она так. Бронзовая пыль.
У нее нет рецепта. Бронзовый слиток. А, подожди, не бронзовый, подожди, медный. Она из 9 маленьких. Оба, она тут какие-то страшные эти нарисованы. Слушай, если ты каких-то страшных нарисованных боишь, ты представляешь, что с тобой будет? Смотри, знаешь, здесь что нарисовано этот... После Дивайна. Термальная центрифуга, короче, нарисована. А, ну это страшная вещь. Я туда даже боюсь заглядывать сейчас. Из-за нее в ней боюсь заглядывать. Именно из-за этой термальной центрифуги. Хватит троллить меня, блин. Где она, эта термальная? Я тебе серьезно говорю. Как она крафтится? Какие-то катушки. Шахтерский лазер? Да, ну. Ну да. А как мы будем кучки... А есть другой способ кучки сделать? Я что-то не понял. А в прошлый раз-то как мы сделали? В бронзовых, что ли? Слушай, на самом деле, можно, наверное, в бронзовых делать. Точно, точно, точно. Как бы тебе сказать? Не кипишуй. Что в прошлый раз делали? Когда на том, в прошлый раз я смешивал медную штучку с цинком и получал этот, как его, зефир или мефир, там, какую-то штучку желтую. Желтый снег получал, короче. А сейчас я не могу это сделать, потому что нет медных кучек у меня. В прошлый раз они были уже готовые. Ты как-то их накучил там. И у нас, знаешь, Ней не показывает рецепты вот этих бронзовых агрегатов. Они, скорее всего, бронзовые делаются. Знаешь, показывает на самом деле, ты ошибаешься. Нет. Сейчас. Если бы он показывал, мы бы не парились с этой резиной. Помнишь, мы с резиной парились, не могли сделать. Да ты что, я тебе сейчас сделаю его. Кого? Бронз машин хал, алмазик, две шестеренки, можно железную, можно бронзовую. Не хал. Почему тут... хал-то? Мацератор же нужен. Корпус механизма, в принципе, пойдет. Просто железный. Тебе там нужен... Же... Тебе нужен мацератор бронзовый. Ну. Дробилка бронзовая. Пожалуйста, сейчас тебе сделаю. Старби гриндер называется. А, гриндер. Гриндер, кстати, да. 4059. Гриндер. Так, вообще-то. Да. Согласен с тобой. Есть поршень. Рецепт. Алмаз. Ох, промышленный. А, нет, обычный можно использовать. Слава богу, что можно обычный. В иных случаях бы сказали, блин, слава богу, что промышленный. Но в силу отсутствия угля, будем считать, что... Почему ты зайти мне на ум мне опять? Форсишь вообще, постараться мне. Надо убрать. Нитки. Нитки, кости. Слушай, а вообще зачем их собирать? Может их сразу выкинуть куда-нибудь? В дырку славы. Знаешь, я сейчас склад переделаю, там и т.д. и т.п. Давай это... Не будем пока вот так вот кидывать все подряд, ладно? Ну ладно, нет, так нет. Ну я-то просто предложил как бы тебе. Я просто отказался. Не будем, так не будем. Окей. А черепашка стоит, а что ты не отправляешь? Делай свой этот... Знаешь, да? Как, что там, как ты хотел делать? Вот делай его. Бронзовую мульку хотел я, это гриндер. Делай мульку бронзовую. Мне нужен бронз, мне нужна бронзовая пластина, где она? Слушай, я в предыдущей серии обещал рассказать рассказ. Давай. В конце серии расскажу. Интрига пусть будет. Интигра? Интигра. Только пластинку послушаю. Ой, где пластинка? По-моему, вот эту пластинку не слушали. White, как это называется. Я понял, почему мне звук тихий. Потому что опять я скайп заминусовал. А, нет. Так, ты предлагал делать... Не понял. Я буду Майклом Джексоном, я за лунную походку мне. Зачем? С лунной походкой? Ты говорил, Гекс, что то, что доски тоже пилой можно пилить. Да-да-да, нужно на палке. Я там даже палки делал, лишь 50-50. Так, хорошо, а из какого дерева ты делаешь палки? Да, я брал это черное дерево, ставил сверху пилу и снизу два кусочка дерева вертикально. Получалось 4 палки получалось. А,
понял, это в этом. В верстаке надо делать, я пробовал. Ага, все, есть контакт. Супер. Это вот там вот, я, знаешь, верстачу сейчас, да, я вижу на фоне какая-то фигня летает. Ты там Майкл Джексон, да? Это лунная походка называется вообще-то так. Да? Вот смотри, сейчас покажу. Видишь, нет? Нет, я не то маленькое видел, ну ладно. Это лунная походка. Поршня. Поршня, камень, ресторан, железо. А, все вспомнил. В следующий раз будем желтить пластинку. Вот она. Хорошо. А пока я включу. Так, я включу. Сейчас включу. Несмотря на юридическую противоречие. Ладно, тебе нормалек. Теперь можно дальше строить. Ты что-то мне делаешь или что? Я делаю вообще всем. Так, я, короче, ищу бронзовые пластины. Мне самому это сделать или что? Делаю сам. Их пока надо два. Значит, раз, два, три, четыре. Мне надо четыре. А, бронзовые. Мотолок. И мотолок. Пока. Которого нет. Но я знаю, как этот мотолок делается. Он делается из железных пластин. Секундочку. На, мотолок. Убирай. Я с вами. Ах ты, блин. Нету. Положь в сундук, пожалуйста. На, вот. Что за такой этот способ передачи? Да, я сытая свинья. Что сытая свинья? Я в грязном луже. Прям ностальгии повеяло. Да. А что за сытая свинья? Сейчас не слышал, как там что-то. Агата Кристи. Я ж не помню. Память короткая, но как курица. Да и как попугая, то есть. Как у дуршлака. У него своя песня. Я сытый дуршлак. Да. Нет, я все-таки хочу это сделать. From Dust. Из чего он там делается? Так. Не From Dust. Ники, From. Кекс. Да-да-да. Кто-то мне говорил, что вот нажимаешь молнию, да? Кнопочку молнии. Да, да, да. Я слушай, говорю. Да, и передается на соседний девайс. Ты да, сейчас поставил да. Блендинг. Я не вижу, что там передается. Как? Так, вот у этого нажал, да, и у этого теперь. Ой, дрон, я забыл. Вот смотри, ой. Знаешь, в чем дело? Вот это отверстие, куда вот выкидываются вещи, да, из этого, из квадратной дырки. Ага, это значит, он энергию передает, да, типа? Он в сундук сейчас ей передает энергию. Квадратная фигня-то должна быть. Так, в сундуке не вижу энергии. Ну не будет ее, потому что там сундук, то есть ты не сможешь сюда передать энергию. Извини. Не получится у тебя, так. К сожалению. То есть либо ты ресурсы в сундук выкидываешь, либо передаешь энергию через это отверстие. Понял. Печально, конечно, это все, но... Знаешь, тут есть еще. Я немножко гайд посмотрел. Я, конечно, могу ошибаться в этом плане. Есть трубы. Новые какие-то. Грегтеховские трубы есть. Да. А, нет. Нет, они передают только вроде жидкость. Или что? Или нет? Или да? Че, карьер там готов уже? Пока еще не совсем. А сейчас еще осталось тут. Так, осталось. Я еще не могу кучки получить эти медные, я че. Торможу-то так, гриндер надо мне сделать. Медный гриндер, то есть бронзовый. Так, для этого две бронзовые пластины есть. Надо поршень сейчас мне сделать. Поршень, так. Поршень. Почему все затемняет? Ну как это избавиться? Кто-нибудь скажите, пожалуйста, как от этой ерунды избавиться, чтобы не затемнялось. Оно вообще убивает. Стери буковки там, смотри, поле ввода, буковки стираешь, и снимай мать самой. Так, пришлось сделать, да. Так, красная пыль, два булыжника, три доски. И какой-нибудь... Уважаемые зрители, он даже не заметил, что я над ним просто стебаюсь. Я уже стер эти три надписи.
три булыжника. Так, булыжник у меня есть. 4 булыжника, 3 доски сверху. Так, раз, два, три. И красная пуля. Вот у нас красной пули как раз много. Здесь буровая труба. Сук железа. Так, я видел там. А, нет, стоп, здесь. Слушай, интересно, Сильвер. Поршень. Какие-то трубы звездки. Поршень, где ты? Сейчас мы его отлупаем. Придется опять набирать. П. О. Назовите две буквы вашего слова. П. О. Не вижу. Р. Ор. Ор. А вот он. 33-й класс. Бронзовый слиток. Слиток закаленного железа. Железо. Алюминий, стальной. Титаниевый. Ладно, я понял. Так, я думаю, флюид — это жидкость, да? Как вот с переводом? Флюид? Айтем пайп, да. Возможно. Вот же бронзовый слиток, вот я там нахожу. Вец. Электрон. Слушай, здесь нет труб, который делается из чего-то нормального. Все, поршень готов, наконец-то я сделал поршень, а сейчас опять гриндер. Молоток, ключ, ладно, здесь есть, алмаз есть, алюминиум, машин хал, либо корпус механизм. Так, все, сейчас корпус механизм будем делать. Это надо кучу железа мне сейчас найти. Кучу железа, это значит... Надо бежать сюда. Слушай, дрон, а как ты делаешь? Кого, как я делаю? Железные слитки. Железные слитки, там машинка такая есть, прокатная. Рядышком дробилка стоит. Но в ней же слитки уже лежат. Откуда ты их берешь туда? Пыль в печке. Дроблю на эту. Измельченные руду, значит, это, да? Ага. Так, печка. Чувствую, сегодня ему не построят, блин. Карьер. Подожди. Печка, сейчас. Пусть. Угля нет в печке. Слушай, а есть электрическая печь у нас? Там. Нет. Генератор только есть. Нет, пока электрической печи. Тихо. Оба-на. Здесь резина. Все готовится. Готовится. Нет. Слушай, резина не готовится, чего-то не хватает. Угля нет, коксового надо уголь кинуть. Не коксовый кидай, а. Коксовый, да. Экономичнее будет. Да, коксовый, хорошо. Коксовый. И железа. Мне не хватает железа, буквально 6. И чё? Вот, уголь нашел. Да я все тут уже плавлю, железо во всю здесь, все нормально. Какой вопрос? Нет. Все. Молочек. Не умчик остался слишком. Да то, что его сюда не положил. Ну забавно, надо взять, как ты бегаешь. Ну потому что, видимо, я один хочу сделать этот карьер, просто остальным это не надо, нафиг. Да. Чё? Всем смешно и хорошо, но я тут за всех вкалываю. Занимаюсь, обеспечиваю всю базу материалами, там, компонентами, сырьем. Красава, обеспечиваю, да? Я думаю, это черепахи драгончика обеспечивают там все. Да черепахи вообще ничего там не могут сами по себе, но он там стоит на платформе один из них. И ждет чего-то, пока его пнут. Ух ты, время-то уже вышло, ёлки-палки. В общем, уважаемые зрители, всем пока, до встречи в следующей серии. Я не успел, к сожалению, в этой серии ничего вообще сделать. У меня только 2 железных слитка на руках. Я даже гриндер не сделал. Опять успел. Да. Драмик. Из чего слитки делаются, типа? Драмик. Давай мечом. Не меня!
Все, Харалук тоже с вами попрощался. Он просто вдалеке от нас.